Пока у меня есть одна блесна из, короче, из коронки салки, но она выкатанная, блин, двойной крючок, и смотрите, блин. Посмотрите, как он ее проглотил. Видали? То есть тот же окунь, который плавал, смотрел сейчас на многие блесны, блин, и мне ее не достать оттуда. Охренеть. Вот это интересно мне. На лесном я ловил на нее как бы. Я ее причем догибал, то есть изначально, которую я сделал, там, блин, что-то я понял, что как-то они не очень, чуть-чуть догнул, блин, и ловил. Я там на глубине ловил. Интересно, сразу смотреть, среагировал, блин. Вот такая блесна, тут как раз этот, блин, бусина это непонятно, но вот тут не на бусину среагировал, это он на игру блесны среагировал. Так, мне это понравилось. О, кстати, еще стоит, ребят. Если сейчас я буду с этой лунки ловить окуней на эту блесну, это, конечно, будет... Этот, конечно, много чего не опускал, блин. Но этому понравилось. Вот этот бы дошел, блин. Она как бы и на сбросе чуть-чуть идет. Она такая. Она ложится легко. И маленькая. Но тяжеленькая. Типа сикухи, когда-то я видел там у людей. Похожее что-то изобразил. Так, ребят, окуня какого-то вижу. Так, ребята, сикуха. Сикуха сечет, блин, что-то. Блин, говорю, двойной крючок, конечно, это, блин, его отцепить, блин, не намного легче, чем тройной. Главное, был небольшой, потом подошел чуть покрупнее. Интересно же, рыбка ли. Да, как тут видно, конечно, все это дело. Со сторонки такой тык. Есть. Нормально, еще одну блесну. Не, ну я ее обрыбливал, я знаю, что на нее клюет. Это так и смотрело. Нормально пришел и клюнул, блин. Как обычно. Немного их тут, блин. Смотрите, ребят, блин. Либо активные, тут нифига как-то коробка выпала. Главное, посмотрите, они ее просто глотают. Они, конечно, маленькие, я не спорю. Наш, блин, как тридцатка, только сделана с половины, утяжелена внизу, блин. Ну вот, что-то необычное. Необычное, главное, их не вижу. Они снизу атакуют, блин. Этот как стоял тут. Ну я просто ниже, если опустить камеру, то там не видно. Там прям получается камыш. Кодовое название будет сикуха. Планирует. Ну и кувыркается маленько. Вот снизу плавает. Но это может тот же самый все. Который клевать не хочет. Он, кстати, неплохой тоже. Что интересно, они ее глотают целиком. Это, конечно, странно, блин. Те блесны как бы что-то все так не особо, блин, сегодня. То есть клев-то сегодня плохой. Либо вот он сейчас улучшается, блин. Либо тут, либо это именно вот блесна так заводит.
Так, друзья, ну что, подведем итоги. Что сегодня у нас получилось? Так, вот это вот, назовем ее, да, сикуха. Интересная такая блесенка, как-то на лесном озере я на нее ловил. И сегодня вот неплохо, главное, что ее брало в заглот. Так, ребят, поставил сикуху в той лунке, где на листик не было поклевки. Но на новый листик, блин, пару сбросов и сразу выловил, блин. Да, сикух надо сделать, блин. Вот, кстати, смотрите, еще там один есть. Ну, либо оба, смотрите, сразу сделал, либо они просто подошли, блин. Посмотрите, блин. Понравилось, блин. Ну, смотрите, не забрал, блин. Вот промазал раз, блин. Стоит, смотрит, блин, гад. Ха. Либо они откуда-то подошли, блин. Не, смотрите, взял, блин, ребят. Либо подошли они, блин, либо не знаю, либо это сикуха. Еще есть, кстати. Просто я ловил, здесь, ну, на лист ничего не было выхолоть. Поставил сикуху, блин, поиграл, но недолго причем. Смотрю сразу, блин. Камера только не врубилась, блин. Вот сейчас мы пойдем в те лунки в наши, где были подходы. Если там на нее возьмет... это, блин, будет показатель. Это будет показатель. Так, пойдемте-ка в ту лунку, в те лунки, где, в которых у нас были подходы, не было видно. Это там интересно уже. Были подходы, не было рыбы, блин. Если я тут, я сейчас ее разловлю, это уже будет показатель. Просто будет тогда другой еще какой-то впай пробовать. Сейчас посмотрим. Возможно, подошли пару активных просто. Несколько стайк. Надо искать, значит, лунки раз, блин. Так вот. Что вот здесь-то? Вот, вот в наших лунках нету нифига. О, смотрите, смотрите, высоко поднялся за ним. Смотрите, 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 смотрите. Блин. Ну вот тут какая-то мелкая рыба, ребят. Ну тоже, смотрите, клюет, блин. Сейчас посмотрим. Вообще вот это получше. Так, короче, что-то сикуха. Сикуха есть сикуха, блин, ребят. Говорю, какой-то момент, вот то ли он насекомыми здесь может питаться. Я и там понял, как-то вот он после, блин, других блюсен. Понятно, что и на тех тогда клевало-то, где мы в камыше ловили. Но вот, ох, ребята. А вот это хорошая рыба была. Вот это хорошая рыба была, блин. Смотрите, блин, что происходит-то, блин. Смотрите, что происходит-то, блин. Все разъезжаются, блин. Алёша достал сикуху, блин, и рыбу ловит, блин. И рыбу ловит, блин. Смотрите, то есть не сразу к ней подходит просто. Зато когда подходит, он подходит, блин. Смотрите, опять идет. Этот поменьше. Вот один поменьше сорвался, вот этот-то нормально подошел, забрал. Блин, рыба-то видели какая? Опа, ребята, кайф, ребята. Ребята, бляха-муха, вот это мне уже нравится. Все, вот это показатель, это блесна. Был первый сход на ней. Ну, тоже окушок, наверное, был, и все.
на марапетку, блин. И это вот первая рыба, которую я ловлю здесь. И рыба-то неплохая, да? Ну, немного их, блин, но вот все равно как-то умудрился. Один хороший, блин, вот одного слили. Куда-то он там, блин, этот. Он ее еще забирает так жадно, он или мажет, он как что-то, он, блин, думает, что может кусить. Я думаю, он ее воспринимает как какое-то насекомое, типа, наверное, личинки стрекозы, блин. И он ее знает, что она может кусить, он ее как-то мочит, блин, прям, знаете. Интересно, как это так получается. Блин, ребят, опять половил в той же лунке, посмотрите, блин. То есть рано или поздно он к ней подходит. Я тут чуть-чуть изобразил всякую тряску, блин. Прочую хрень. Просто ты как-то, блин, замоталось все. То есть, посмотрите, я стал с этих лунок ловить, блин. Блин, она у меня в одном экземпляре. Вот смотрите, опять. Все разъезжаются, блин. Вообще прям все. Ну не прям все, конечно. Стоит у блесны. Я отвлекаюсь, что, блин, уехали. Хотя тут народу и так еще хватает. Ну вот если сейчас поймаю. Это окуни были, да. Два раза подходил, смотрел, что-то не понравилось. Блин, да, на секуху и не подходит теперь. Надо половить. Рыба, если есть, надо ее половить подольше просто. О, подошел, ребят. Да, ребят, есть. О. Ну да, ребят, чё? Секуха есть секуха, блин. Короче, что-то в ней есть. Не знаю, что. То есть вот на сауку я не поймал. Два раза он подходил, смотрел на нее. Да, и немного, конечно. Блин, проспал. Блин, еще вроде рыба есть. Да, есть. Блин, ребята, офигеть, я что-то не понял, что происходит. Что происходит, я вообще что-то не очень могу
Там так насекух не брали. Там, допустим, на сауку лучше клевало в камыши. Однозначно, причем. На нее, естественно, клевало, но, блин, жадно, но он не весь клевал, блин. И не тот, который, блин, на другие блесна не клюет. Я так-то сегодня только на марапетку поймал. И сикуху. Посмотрите. Причем вот это опять, вот эта лунка, да, где ловили, блин. Главное, не так далеко от всех. Блин, вот это, ребята, вот это рыба уже, ребят. Так, ребят, не знаю, исправил, не исправил файл, блин, пока тут еще слил одного подо льдом, блин. Что-то он куда-то уперся. Но он не больше того, блин, но хороший. Еще я не знаю, исправил файл, не исправил. Я, короче, хорошего поймал. Несколько штук хороших прямо поймал. Блин, ребят, блесная вещь. У нее игра, блин, простая. Она просто кувыркается, как бы, блин. Ложится резвенько, блин. Посмотрите, я рыбу ловлю. Я не вижу пока, чтобы кто-то ловил. Все уезжают. Это блесна, ребят. И вот сейчас бы не слил бы вот нормально, а бы, блин, неизвестно, что было. Тут, скорее всего, блин, тут стая подошла, блин. Ну, хотя тут какая тут стая? Стая подошла, я бы сейчас бы до сих пор ловил бы их. Ну, вот посмотрите, блин, получается. Но надо что-то еще ставить. Надо на что-то еще пробовать. Во-первых, с такой рыбой сейчас возьмет за килограмм, блин. Тут-то у меня 0,2, блин. Но сейчас тоже хороший блок у них. Может, вот тоже сбоку, блин. Потому что опять куда-то уперся. Вот этот уперся, потому что он сбоку зацепился, блин. Промазал. Такие, главное, поклевки. Тык-тык. Тык-тык, блин. Блин, главное, чтобы я их заснял. Камера опять что-то подтупливает. Поклевывает, блин. Там что-то главное ноль. Я ж там и насекуху половил. Что-то лунки пустые стали. Надо рыбу уже выкладывать. Блин, сразу посмотрите. Блин, надо какую-то другую блесну ставить. Да, это, конечно, после листика, блин, мягенько играет вообще. Ну да, она еще, понимаете, то есть, чем легче блесна, тем, ну, как бы окунь, так к ней, блин, проще относится, блин. Понятно, что нормальный-то там, наверное, ему по барабану. О, смотрите, идет. Или это моя блесна со дна так? Блин, а как это я со дна так поднял? Ниже опустил, получается. Я думал, блин, рыба идет. Малек стоит. Не, сикуху надо на что-то менять, блин, в любом случае. Надо ее оставить пока в покое. Хорошая блесна. Но есть еще, я вот ловил, есть, кстати, саука, которая маленькая. Ну, во-первых, клопа надо, наверное. Но клоп, мне кажется, блин, большеват все равно. Надо клопа мельче делать. Ну, все, больше нету, мне кажется, вот он. Это окунь же, нет? Или это я такой широкий? Не могу понять. Но наверху-то малек, понятно.
Короче, надо рыбу выложить. О, блин, смотрите, под это как-то он под спуск. Небольшой кушок просто поднялся там. Блин, окуни мелкие, гады, посмотрите. Он еще идет. Смотрите, все сбилось. А, блин, не заглотило, ребят. Блин, надо были снимать на другую. Смотрите, какие окуня-то, блин. Оба, а что это такое было? Что-то наверх, главное, пошел. Кто-то наверх пошел, кто-то не наверх. Да, собирает. Эта сикуха собирает, но не сразу. Это новая лунка. Блин, ребят, пошло дело, блин. Все, больше нету. Два было, блин. Да, больше не видать. Нету стаи. Блин, и помельче, блин, нету нормальных. Куда-то задевались. Да, и все. И все, и никого больше нету в холоде. Ну все, наверное, два и было, блин. Больше не подходят. Стай-то нормальных нету, конечно. Смотрите, как глотать стал. Небольшой, конечно, но нам может отпустить его. Блин, под проводом прошла сикуха. Сикуха. Так, еще вот там есть всплески, есть. Подходят. Бурю это, бурю. Не лунку надо мне бурить, а это. Да, смотрите, вот парочкой. То есть пришли два опять. То есть взяли. Нет, нету вот десятка, нету. Сейчас десяток подойдет, блин, тут будет это. Короче, вот выхолод чем хорош, вот можно, блин, вот все, что хочешь, кидать там ее, блин, бросать там, трясти, блин, создавать вот этот кипиш, и они нормально на вот этот кипиш подходят, но вот когда они подошли, вот когда мы видим выхолод эту рыбу, да, тогда нужно играть, ну, нормально, не широко,
То есть если блесна позволяет делать, когда делаем КД, если, ну, как бы, как вот секуха в данном случае, ей нужно небольшой взмах делать. Вот-вот-вот идет. Вот делаю небольшой взмах. Можно там повыше, можно качнуть. Маленький окунь. Совсем маленький, блин. Странно. Эти-то хоть рисовались, как рыбки. Как окунь, а этот-то, короче, блин, малек. Может, конечно, и плотычка какая-нибудь. Хотя не такой маленький, смотрите, либо их два, блин. Смотрите, это в него уговорись. Не уговорил, пониже. Вниз спустил, короче, уговорил. Неплохой, смотрите. Посмотрите, на спуск он тоже работает. То есть не захотел вот он наверх взять, опускаем. Блин. И потом от одна чуть приподнял, блин. Ну хотя вот до этого клевал и на спуске именно. Вот спускается, смотрите. Еще один был, блин. Опа, видите, сразу забрал, блин. Смотрите, какие ребята. Так, если что, мы одни ловим. В окружении нас люди не ловят. Вот еще стоит, смотрите, видно, не видно в этот. Вот он там стоит, блин. А, этому что-то не понравилось. Ну, вот эти не очень, я их вынудил, но зато как заглотили, блин, то есть вынудил, блин. Вот сейчас опять подходит. Не, на торпедку тут не поймать, блин, надо легче блесну. Надо маленькую, если только торпедку. Хитрый, блин. Ааа, задел. Блин, ребят, не поймать, смотрите. Он встает прямо рядом с блесной, не поймешь, что делает, блин. Вижу сейчас по всплеску, что небольшой. Оба. Как он, блин, на уход блесны-то. Я, короче, начал этот... Блин, короче, ребят. Выше поднял, блин, сразу среагировал. Смотрите, не забирает, блин. И вынудил... Мелкие, наверное. Такие мелкие. Блин, смотрите, активизировались, ребят. Выше стал забирать. То есть выше стал уводить. Вначале вниз, а сейчас вот вверх увожу, лучше забирают. Вот смотрите, прям кипиш там, блин. Блин, ну не забирает, а. Блин, стая, ребят, прям капитальная стая. Стая, ребят. Надо крупную блесну ставить, наверное. Смотрите, видите, все разъехались, блин, а он брать начинает. Блин. Ну, может, как бы он не начинает, просто как бы мы его ловить начинаем. Блин, короче, забирает плохо, смотрите, он, короче, долбит, либо его много, блин. Блин, короче, посмотрите, не заглотить. Сейчас под жопу подойдут, блин. На эту стаю я собрал, я не знаю, она откуда-то пришла. Видели же, по два, а потом, блин, бац, все, и стая, блин, значит, вот тут. Ну, камера здесь не поможет, тут мы не увидим ни хрена, он по горизонтам гуляет. Главное, какой-то момент чпок, он-то ее как подталкивает, блин, и не забирает. А потом бац и глотает целиком, блин. Вот что за дураки, а?
Он уже поменьше, уже не все черное до дна. Вот. Ну да, и спустился. Так. Ну, кстати, новая лунка-то мы тут не ловили. Ну все, короче, эта стая кончилась. Все чисто, одна блесна. Так, сикуха пошла. Попробуем. Ну тут есть, опять подошли, опять стая подходила. Ну, может, не особо большая, но 2-3 штуки точно. Короче, вот клопом не уговорить, блин. Да, надо меньше клопа. Короче, бывает вот ему критично, блин. Критично масса блесны, блин. Но это еще и широко. Вот он начинает ее подпихивать, блин. А нормальным окуни будет, хотя окунь-то в принципе достаточно неплохой, но весенний, блин, он сейчас так сможет, ему малька надо поменьше, блин. Он. Вот такого типа как сикуха. Типа как сикуха. Ну еще, видите, есть там ее стоит. Не ждет, вернее, спускается сразу. То есть солнце, наверное, бы побаивается, я не знаю. Сразу дерябнул, блин. Смотрите, прям подбивает. Ну, большой, блин. Вот и рыба, видите, под вечер стала брать. Все разъехались. Ловили тут целый день, не знаю что. Нифига себе, видели поклевка. Противоход. А вот такой вот дурачок, блин, ребят. Это уже, вот этот уже берет, блин. Этот уже взял нормально. Этот уже взял так надо, блин. Да ёпарас, это так не отпускает меня. Ну вот саукой бы ловили маленькой здесь однозначно. Смотрите, и все, блин, больше нету. Но они двигаются, ребят, это весна, они, короче, двигаются. Они тут болтаются, блин. То есть вот можно стоять, наверное, их и ловить, блин, здесь просто. Но, правда, я не вижу, чтобы кто-то кроме меня что-то ловил, блин. Все-таки блесна, видите, важно. Клоп-то это тоже неплохая блесна. Он собирает, и торпедка собирает, да? Что-то ловит, ну, блин, далеко не все. А какая-то ошибка, все, блин. Ну, сикухой можно вернуть. Не сразу, но можно. Когда стайка-то получше, блин. Хотя нет, вот я сидел, слушай, на эту. Вот, одиночный прилетит, сразу заберет нормально, блин, и все. А мелкие бывают, вот подойдут, что-то смотрят. Ну, попробуй вот там. Вон, видишь, пошли, блин. Вон на той попробуй, я там тоже ловил. Паузу только видел, чуть подольше держи, то есть сыграл и так 5-6 считай там, блин. И можно чуть-чуть там с подъемом. По перволетку-то это вообще блесна бомба.
Ну, я имею в виду, которую тебе дал. Слушай, в этой, на русском, наверное, водохранилище, у меня там это тоже... Знакомый блесна тоже покупает, говорит, тоже. А сын у него небольшой, говорит, дал этот листик, вот этот. Он говорит, ведро нафигарил. Я говорю, чуть это челюсти отпало, блин. Но бывает, видишь, навпай берет. Вот, ну, имеется со впаянными крючками. Здесь вот как раз вот именно ловить. Любит, блин. Любит. И штайку главное не упускать, блин. Ну, без камеры-то побыстрее, конечно, ловись. Там бывает, на нее еще отвлекаешься. Вот когда он привередливый, я бывает, знаешь, вот как вот ты сейчас видел, я тебе сказал, паузу подержи, видел? То есть он развернулся, увидел эту блесну и пошел. Ты бы уже дернул до этого. Может, оставь... Ну. Там вот этот мост большой. Ну, посмотри, у меня там есть рыбалки. Там оттуда. Есть, да? Хочу там посмотреть. Ну, единственное, там такие, знаешь, небольшие. Ну, нормально. Вот там как раз на этот листик фигарил, блин. А жерлицы там есть? Нет? Слушай, я на жерлицы не ловлю. Я раньше ловил и ими занимался, когда на Ильмине можно было еще. Сейчас что-то мне как-то, знаешь, блин, блесенку сделал поинтереснее. Там это как работа была тоже. Был как ты вот и ловил, блин. Ни машин, ничего тогда. Он на лыжах, блин. Сколько? 12 километров в одну сторону, блин. Живцов не продавали. Надо было живцов еще поймать. Ах, нифига, слушай. Блин. Ну, не особо здоровый, но такой, такой же нормальный. Что-то, блин, Саш сорвался, смотри-ка. С утра я еще так понимаю, слушай, клево, наверное, не было. Я, видишь, я там-то вот проезжал недалеко. Во-первых, тут народу дофига, я не всегда не люблю, где народ. Я и тут-то встал, я ж встал между ними. Что я уже понял, что с судаком, я с утра половил, что с судаком как-то не так все, блин, нормально. Ну, как-то да. Во-первых, его надо все-таки за трещиной было ловить. А я, понимаешь, хрен знает, думал, сейчас солнце выйдет на целый день. Как в том году, знаешь, я на последней рыбалке, я еле переехал. Хорошо, у мужиков там досок накидано. Потому что моих двухметровых, прикинь, не хватило. И уже лед-то там, понимаешь, трещина вся растаяла, блин. Ну, там вообще впритык, блин. Я такой, не, все, хватит. А я еще планировал, думал, ой, еще в Ирудово поеду, блин, на следующий день, блин. И поехал, короче, на Ладогу я. А на Ладоге там уже тоже все, блин, короче. Там на подушке. Там уже, может, кто-то там эти буксировщики топил, блин, там. Кошмар, блин. Мишаня, смотри, вот видишь, как я дергаю, посмотри. То есть раз сделай взмах вот побольше, как рыбу увидишь, покороче делай. То есть такие, это ты видишь, балансиром привык, балансиром-то так нормально играть. Вот, вот сейчас небольшие дела. Чуть-чуть повыше поднимай, и такие небольшие. Нормальный? Ну да. Слушай, а бывает, знаешь, врет, блин. Я, короче, я леску раз оборвал. Я ду. Ну, молодец. На задаренную блесну нормально. Видишь, впая-то нету. Я бы тебе и впай бы еще дал, блин. Впая нету что-то. Ну, я тебе говорю, видишь, что-то, блин, бывает вот как-то. Та-то вот стайка неплохая была. Так у меня, видишь, была, что, все, нету.
Да, ребят, ну вот вам и сикуха, блин. На кривой тут поймал. Вон еще идет, кстати. Так. Надо, да. Что-то она в ней, видите, нравится. Сейчас посмотрим, что дальше будет, пока тут рыба-то мелкий, он какой-то плавает. Вот этот прилетел нормальный. Хорошо, ворон сразу взял. Она играет, смотрите, здесь. 3 метра, не 3. О, смотрите, опять. Па, нифига. На сикуху берет, блин. Да, ребят. Это, кстати, у меня копия. Но имеется в виду, я тут оставил, на которую это. Я с нее просто имеется, потому что она же сложная там по изгибу. Я ее оставил и... Ну, это интересно. Я думал, тут не будет на впай брать. Сикуха это такой, какой-то, говорю, впай, это, блин, неизвестно. Вот. За кого они его принимают? Малька, насекомая. И она, главное, смотрите, ложится здесь. То есть, смотрите, как можно сброс сделать. Вот так вот имеется. То есть, вот вверху, оп, чуть-чуть. Чтоб имеется в горизонт ее положить. И тогда вот она и уходит в сторонку. Ну, смотрите, все, и больше нету. 2 было. Подлетели, блин. Интересно, блин, ребят. Куху опустил. Оба. А, блин. Подделал его. Смотри-ка, как он какой-то другой. Давай, давай. Прям с блесной рядом щелкает. Давай ты. Мажет, мажет, блин, пап. Есть. Фига, прикиньте, куху после марапетки опустил. Прилетел как ненормальный. 3 раза клевал, он пол блесны заглочено. О, еще есть. Там вот марапетку поймали, да? Какого-то. Так, пришел ближе к берегу. Сразу взял на сикуху. Ну, небольшой. Ну, где-то у меня тут как раз вот хороший брал. Первый, который заглотил листик 35-й, блин, целиком. Походу, опять клев начинается. Пап, есть тут рыба, смотри, ну только разные. Да. Ну, один покрупнее чуть, второй поменьше, так, 16-й. Да, деряба это, ребят. Да, сикуху-то еще проглотить надо. О! Пап! Да, через одного. Ну, пап, неплохой. Вот такой красавчик. О. Да, это же снаружи, 18-й. А, сейчас можно, да, можно будет эту, конечно, серебристую сикуху. Но я не думаю, что тут это дело в цвете. Ну, черт его знает. Опять они активизировались. То есть где-то вот, блин, в районе 12 перестали напрочь почти брать. А сейчас вот где-то после часа, наверное, ближе к 2, наверное, начинают клевать. Ну, 2, может, уже и 2, я не знаю. Время не смотрю, блин.
вот не помногу, конечно, что вот это вот не очень. По чуть-чуть. Опа! Я все-таки вымучил кого-то тут еще. Вот этот уже, да, этот уже заглотил. Короче, третьего ловлю, ставлю серебристую сикуху, ладно. Получится же мне ее быстро, да, поменять? Давай, давайте в темпе вальса, блин, поменяем сикуху. Потому что, блин, интересно, да, тоже будет он сейчас вот на вторую. Так, ребят, поставил серебристую. Пробую ловить. Четыре этого у него уже нормально, три хороших. Да, есть, ребят. Тут крючок томовный, тут гамакацу. Эй! А! Что-то у меня этот кембрик, да надо их убирать, конечно. С этими, блин, блеснами, типа, блин. Я их оставляю, чтобы со дна ловить надонные блесны, блин. На второй-то у меня нету. Смотрите, с места, да, имеется, да, руку фиксирую, блин. Как старые времена, блин. И берет у дна. Думал, папа тащит. Нет, не тащит. Так, 19-й, да, мелкий. Короче. Да, не нужна эта бусина дурная. Ее и с ней и паять тяжелее. Надо обычно нормальный двойной впай делать. Ну, двойной, скорее всего, потому что одинарный, наверное, не очень. Она игра благодаря нему, ну, другая будет, если одиночный вставить. То есть надо вот такие именно. Дерябнул, короче. Этот мелкий, это, блин, не те. Но этих таких я тоже ловил, блин. О, не, они тут есть, короче. Есть, но вот. А, вот этот покрупнее идет. Вот, вот это. Вот это нормальный, блин, не попался, смотрите. О. Рты раскрывают, блин. Ну, смотрите, покрупнее не попался, блин. О, идет. Ах, ребят. Вот, все, повыше поднял, все, попался. Вот видите, как он ее забрал. То есть покрупнее это окунь нормальный, блин. То есть серебристая тоже без вот этой капли нормально работает. А? Одного. О, блин. И там и на камеру, то есть пришли, мелкие там что-то потыкались, блин, нифига, а большой прилетел. Ты в этой лодке поймал, да? Да, ну и два мелких там, и там одного, он мелкий долбает. Я так сел, блин, главное не понял, сел, спина устала, начал вот так стабильно играть. Ты, блин, вначале толкнул, блин. Потом, блин, забрал, блин. Ну вот два и таких вот там попали тоже. 19-го вот пропускаю. А потом вот эти. Я два поймал, думаю, нет, говорю, третьего поймаю, короче. Ну, с мелким я имею. Третьего поймаю, поставлю серебристую. Поставил серебристую тоже. Тык, сразу, блин. Потом пошел туда, что думал, вмерзла камера, но вроде нормально. Там, короче, мелкие приплыли, посмотрели, нифига. Вот сюда пришел. Тоже мелкие приплыли, что-то там поторкались, нифига. Вот этот прилетел, блин, и тоже и забрал. Я вот чуть-чуть повыше выстоял.
Да, секуха неплохо, смотри, тут работают они, блин. Ну, я понял, почему работает, потому что ей без разницы тоже, как и кривой, какая глубина под ними. 3 метра, метр, блин, 20 сантиметров, блин. Ну, я не знаю насчет 10, конечно, метров. Не, клевая-то я на 10 ловил, нормально. Жалко, вот маловато, так бы вот сейчас клевали подряд, блин. Смотрите, вот третий приплыл. О, третий забрал. Попал, блин. Ничего, видишь, попасть надо. Так, друзья, ну рыбалочка подходит к концу. Утро как бы не очень задалось. Но потом вот приехал, в принципе, на место, да. Половили какой-то рыбки, да. Ну вот сегодня выстрелила секуха. Вообще отлично просто. Еще разок покажу ее. В одном экземпляре сделана она у меня давно. Ну и, короче, она из коронки сауки сделана. Двойной такой крючок овнаровский, выгнута там. Такая вот. Прикольная, в общем, блесна.